Сырье все готовятся по-разному. Представьте, город Барнаул 3 дня до отправления. Мужики, все пропало! У нас билеты куплены, сумки собраны, а визитка не готова, танец не отрепетирован, оригинального жанра вообще нет. Подожди, мы в Стройотряд едем работать или в Сочи на фестиваль? А, точно, ты же первый год едешь, еще совсем ничего не понимаешь. Ну хорошо, смотри, Стройотряд — это не рабочая бригада. Вот ты только представь себе, сцена. Огромный зрительный зал, а в нем студотряды со всей страны идут! Товарищи! Этому бойцу не второй, не третий, а 4-й класс СС! Ура, товарищи! Ура! Товарищи! Каждому отряду свой автобус, чтобы ехать сидя на работу! Ура, товарищи! Ура! Покажем класс! Покажем! От винта! Ну что, теперь ты понял, что такое стройотряд? Да, но я все равно не понимаю, почему ты так переживаешь. Так мы же едем на всероссийскую стройку, а их по всей стране всего 3. Вот только представь, их даже в Красную книгу можно внести. Подожди, ты сравнил студенческий отряд и всероссийские стройки с животными? Ну да, а почему бы и нет? В год экологии-то! Вон, смотри! Здравствуйте, с вами СО, товарищи, наше шоу в мире СО. Можно заметить, что мы похожи на братьев наших меньших. Посмотрим, как командир отряда просит мастера подписать конкурсные объемы. Run. А сейчас мы видим, как сотрудники атомохраны проводят выходные. Помимо летних отрядов есть еще и зимние. Сейчас мы увидим обычного бойца снежного десанта. Скоро пришью свою последнюю семестровку, и уже на моем месте будешь стоять ты. Ведь все меняется, все движется вперед, но неизменным остается лишь одно. Делай вопреки, делай от души, ты вовремя вступи, мир переверни. В каждом отряде и в каждом бойце учитель продолжает самому в своем ученике. Всю свою жизнь посвятил отряду. Хочу, чтобы наши дети были счастливы и были с нами рядом. Они сказали, нас поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда уйдем из отряда, он будет жить голосами моих детей. Голосами их детей.
детей. Нас просто меняют местами, таков закон отряда, круговорот людей. Когда уйдем из отряда, он будет жить голосами моих детей, голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон отряда, круговорот людей. Вступайте в российские студенческие отряды и приводите сюда своих детей. ССО, товарищ, спасибо! Thank you.